Вот поняшка. Давай. Да. Давайте, ребята, вам покажем. Вот нас вчера утром встречала вот такая коняшка и вот такая поняшка. Вот они сейчас вышли за территорию покушать. Более сочной травки. Уже здоровалась и говорила, что мы выехали в город. Выезжаем. Да, вот у нас как, ведомый, ведущий. А вот сзади еще у нас два автомобиля. Сейчас еще два присоединятся. И еще два. Будет, наверное, интересно, да? Я даже, кстати, сам не знаю, не представляю, что сейчас будет там вас ожидает. Будем ведьмином озере топить. Ведьм, ведьм в озере топить, вот. Так что не приехали перед в Бахилово, приехали в Можжевельской области, остановились на стоянке, чтобы приобрести водички, потому что будет восхождение на какую-то возвышенность, горами тут сказать, и не пахнет. Вот у машин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь машин. У нас колонна, людей, соответственно, еще больше. Теперь мы, наверное, встретимся уже на стоянке. Итальянский серпантин. Ну, это итальянский, это жигулевский. Жигулевский серпантин. Дороги крымские, пейзаж поволжский. Поволжский. Ну, также мне еще это напоминает опетре. Только опетре оно более извилистое. Дорога опетре. Тут слишком много заворотов. У Петра они более крутые, считай, под 90 градусов. А тут... Более плавные, да? Да, более плавные. Побольше ли лучше. И дорога пошире. Там, в Крыму она повыше. Там практически еле разъезжаемся. Поехали. Сейчас будут уши закладывать. У меня уши закладывают. Я поэтому молчу, сижу. Сладко. Рот открыть. С ума сойдем, когда залезем. Красиво такое. Ну, Крым. Да. Ее бы крали, как южное побережье. И нефти куда не надо, да? Поближе, подешевле.
Буду говорить так же, базу полную. Вот. Да, дофига здесь. База отдыха, прям здесь, в горах. База отдыха. Золото? Золото. Где? Где? Наше золото. Нет, кто спустился и все. Ну и нахуй, я ебал все. Качал? Че? Натальку качу. Нормально. Да, тут. Дыши, ты если что, это. Окошко открой, не нормально. Открывай окошко и в окошко так. Тут с непривычки, да. У нас Надюшка серпантин укачивает. Уносит. Я в восторге. Рядом. Не надо два дня изматывающей дороги, да? Да. Не, ну почему она изматывающая? Ты дочуешь? Ну да, но все равно, то есть близко. Смотри, какой сейчас пиздец, чтобы тебя откроется. Я не удивлюсь, если бы сейчас этот тихугавый найдем на том берегу. Где мы отдыхали. Чего дождешь? Куда мы идем дальше? Объясните, мы я не знаю. Мы сейчас покупаем билетик и едем дальше. Надеюсь, там поспокойнее будет? Не уверен. Вся эта банда будет там, слушай, с нами. Ну, банда, ладно, наша. Нам лишних не надо. А вот, смотри, вот, иди покажи на камеру. Жигуля, смотри. Мы только на гору залезем. А что ли? А что ли в другом месте? Ну, поедем. Опыт, конечно. Все, все, все. Там фотки хорошо. Мы тебя туда засунем! Я сам потом уйду. От вас всегда будет. Мы отстояли гору. Точнее сказать, очередь. В очередь за колбасой. Долго мы стояли? Краковская. Сейчас пал, идем наверх. Ну, еще пол беды. Нас вторая беда ждет, где будем. Мы там парковаться, наверху. Да, там, говорят, места нихера нет. Ну, все равно, там машины-то уезжают постепенно. Ну вот сейчас ребята тоже на прайме выехали, на белом, они говорят, мы, говорит, просто побыли, чуть-чуть истекали, там, говорит, толпа народу. Хотя и автобус ушел, да. Сверху. Ну, может, люди ехали, думали, вообще там никого нет. Все подумали разом, да. И приехали, да. Все подумали за раз, что сегодня суббота, они съездят ли на город стоять. Посмотри, а вот уже и там, вон, люди стоят, вот и вам стоянка, что-то. Подожди, это, наверное, наша стоянка. Да, а вон, Светка. Наверка. Ну там еще должна приор выйти машина. Едут. Гранты у нас еще. Едем по Жигулевскому серпантину. Дорога закончилась совсем. Местами даже красиво. Да сейчас пристегнусь, как-то достыдный, блядь. Мы забрались на гору. А сейчас подвинетесь, приводчик, чтобы все. Смотри, сколько здесь людей. Это смотровая площадка. Наша банда. Почему мы начинаем наше сейчас путешествие именно с горы Стрель? Потому что это знаково все. То есть, когда вы станете лидерами, а вы станете лидерами после сегодняшнего дня, у нас у лидеров есть всегда саммиты, всегда какие-то лидерские обучения, они отдельные от всех. Но обязательно в лидерском обучении, в любом, обязательно есть восхождение. Как вы знаете, наша президент Татьяна Германовна, она любит ходить в горы. И для лидеров, лидер это кто? Это всегда руководитель, да, это всегда кто-то высокий человек. Вот. И они должны быть сильными. То есть любое лидерское вот это мероприятие всегда с восхождением. То есть горы обязательно всегда. То есть будь то вот они были, где я еще не была лидером, в Грузии недавно, да, у нас сейчас было это в Каппадокии. И в Каппадокии мы нашли самое-самое высокое образование, и мы туда ползли. То есть, и я вам сейчас предлагаю, пусть это у нас будет лидерский саммит. Мы сейчас с вами сделаем это восхождение для того, чтобы вы все выросли. То есть это знаковое событие.
событие. И там еще кое-что мы сделаем. Погнали? Пошли. А сейчас четвертый лунный суд. Все поняли. Мы идем на восхождение. Самая мощная энергетика на денежную энергию. Еще раз для влога. А четвертые лунные сутки сейчас идут. И в четвертые лунные сутки самая большая энергетика. Короче, все ведьмы на деньги именно сейчас и колдуют. Идем колдовать. Да. Вчера кто был на корпоративе? Все, да? Про что Олеся Ульянова говорила? Вот про эту ленту, которую раньше вешали такие ленты. Это последняя лента, которую я попала, на лидера уже нет. То есть вот такие ленты на признание нам давали. И у меня была синяя лента, это ведущий консультант по-старому, 5000 баллов. И мы были в Питере и заказали в Петербурге торт. Прям там нам сделали, принесли в нашу гостиницу. Он был очень красивый, где-то на фотографии это видно. Там прям, да, написано было. Вот. И тортик этот был завязан вот этой... Ты ее не взяла с собой? С собой не взяла. Вот этой желтенькой ленточкой. И признание было у параллельной команды, у Виктории Ляпиной, именно профессионала. И мы, значит, она разрезает торт, никто ничего не думает, она берет эту ленту и вот так вот на меня вот эту вешает, лента желтая. И буквально, не знаю, 2, по-моему, месяца или 3, то есть становлюсь профессионалом, то есть это очень получилось так знаково, значимо. Вот. Потом эту ленточку я передала Олесе, то есть буквально пару месяцев Олеся стала профессионалом. Вчера Олеся эту ленточку передала Насте. Да. Но у нас, вас с вами, нас много. Я вам сейчас каждому пожелаю. Вот они, желтые ленточки, заряженные девочки, мальчики. И мы их сейчас все абсолютно получим, чтобы мы все здесь, кто сегодня... собрался, приехал, стали профессионалами. Оля, а почему другого цвета ленточка? А не скажу. Потому что он профессионал. Желаю. Значит, будет лидером. Быстренько. Всем профессионалам с желтыми ленточками сохраните их. Всем по автомобилю, потому что у нас именно с этого ранга начинается автопрограмма. С этого ранга начинаются, да, большие деньги. Это, ребят, 80 тысяч и выше. На этом ранге можно зарабатывать и 100, и 200. Поэтому... Живой пример. Мы сейчас с вами на высоте стоим, да? И это все, мне кажется, очень знаково, символично, значимо. Она и так в желтом.
Целой курткой. Ну, у меня ручка есть. Всем, абсолютно всем. Так. Снимаете, да, все каждого? Обязательно. Этой девушке очень желаю профессионала и быстро, потому что она у нас по быстрому старту. Это Шустрик, познакомьтесь с ней. Наташенька, профессионал ногтевого сервиса. Давай, золото, быстренько. Так, не то. Там народ. Ой, давайте, кто получил, сколько будет. Чем мы кому мешаем? 30 человек. Нам интересно узнать, кому. У нас ритуал, извините, пожалуйста. Леночки привяжут. Мы тоже стояли, ждали. Здесь есть где посмотреть. Все правильно. Так, сейчас секунду. Профессионал. Хрен куда теперь уйдешь. Со всех сторон повязан. Дима, да. А на Серегу? Подожди, еще до Сереги сейчас дойдет. Он спрятался там за это. Опа! Анжела, иди сюда. Что бы было? Контракт семейный будет. Не отвертишься от жены. Профессионал с большими деньгами и с новым автомобилем. А Ольга? А Ольга где? Какая? Черты. Вот уже завязанная. Завязана, да? Давайте, кто завязан. Не буду, успокойся. Татьяна, давно пора. Вот завязывай, прям давно пора. Еще вчера, да. Мы там были вместе 5000 получали. Да, вот почти прошел. Семейный зеркало. Сначала у меня вдруг, а я не знаю. Да. Там еще сначала Ирке надо взять пенсию. А я уже все. Настя, иди сюда. А, идите сюда, девочки. Ну они ждут, там же здесь народ много. Долго это будет ждать. Она профессионала. Понятно. Быстро. Чек на щелку. Так. Катя у нас где, Катя? Не все ленточки вручили. Не все, подождите секундочку. И у нас есть. Еще ждем. И у нас есть еще представители, которые уже профессионалы. Оранжевая ветка — это лидер. Быстренько на лидера, дорогая. Секта. За 600 километров приехали. Можно здесь на 10 минут подольше задержаться. Просим. Лидер. Я воин Мафур. Так, дорогая моя, срочно хватит фигней страдать. Так у меня здесь вот уже вся команда здесь, да. Это лидерская. Пожалуйста. Дальше у нас идет сапфир, фиолетовая. Себе руби. Три профессионала. У нее здесь еще больше. Да. И также скоренько и быстренько. Ну и вот моя лента, это рубин. Да? Да. Вот, да. Завязайте, завязайте скорее. Представляешь, какая на тебя ответственность? Мы продолжаем. То есть мы с вами сейчас находимся высоко, под небом. И предлагаю вам помечтать. То есть вспомнить вчерашнее все, да, сегодняшнюю вот эту красоту, вздохнуть, посмотреть на эти ленты, представить и помечтать. Я вам даю голубые листочки, чтобы вы сюда голубым маркером написали свои голубые мечты. Быстренько пишем и, ну, да, хоть что да, можете здесь писать абсолютно, и скручиваем. Больше нет пока маркеров, в общем, пишите. Ручек нет никого. Ручка у меня есть. Ну, она же тоже синяя. Есть, да. Да.
теперь каждому даю воздушный шарик. Голубой. Вы туда засовываете и шарик кладете в карман, потому что мы их будем запускать в другом месте. А ты будешь желание писать? Я тебе вижу. А у нас как совпадают. Правильно, мы уже на в одну сторону смотреть должны. У нас одинаковые желания. Все, в сейфе. Вот сюда, куда-нибудь, в который не полезет. Как тебе? Очень шедеврально. Охрененно просто. Напоминает Крым. Ярко-ярко выраженный Крым. И немного народа, как есть по сравнению с Крымом. В Крыму эти всякие... Вернемся сюда еще? Думаю, да. Со временем. Итак, добрались до верха. Вот она, площадка. Мы побывали на Стрельной горе. В восторге просто щенячьем. Проехали в поселок Зольный, накупили помидоров, сливы и вишни. И сейчас едем в Штольни, да, Дим? Оль, скажи сначала, куда мы приехали, пожалуйста. Подожди. Можешь просто мне сказать для влога, куда мы приехали? Федеральное государственное учреждение, национальный парк Самарская Лука. О, как? Что здесь? Здесь гора Штольная. Поднимались вверх, как лидеры, да? Вы там все это прочувствовали, высоту, я надеюсь. Вот, а сейчас я вам хочу показать наоборот. Вот, это мы сейчас пойдем в Штольни посмотрим. Но это ассоциируется с тем, что не падать на рангах своих. То есть вот достигаете ранги и держите свои ранги. Вот, то есть старайтесь, если где-то кто-то у вас, партнеры вдруг упали, то вы должны так усилиться, чтобы вот эту вот разницу... Валера, он тебя зовет. То есть мы сейчас еще как бы посмотрим, что у нас глубже в глубине. Возьми меня с собой. Пойдемте? Ты такой. На, сына потерял. Пошлите. Куда идем? Куда идем? Вниз и направо. Вниз. Чтобы не падать больше. Не замерзли. Я специально рубашку сняла, мне же жарко. Мартя! Мартин! 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 Мартин!
Ух ты, пух ты, муха полосатая. Какой холодок. Где вы? И это тут таким холодом. Пидуй. Ой, блин. Ай! И что ли мы вышли? Заходили, наверное, метров на 30. Дальше не пошли, фонариков с собой особо не было. Штольни очень давнишние, и помимо известняка, по тем данным, которые существуют, здесь, скорее всего, добывались драгоценные камни, возможно, алмазы. Почему? Потому что бурение известняка на такую глубину нет необходимости, плюс он есть совершенно спокойно в открытом доступе. И такие разработки, ну, чисто физически не должны быть. Это же бессмысленно. Вы же не будете, например, там, я не знаю, торт запихивать в банку с солеными огурцами. Вот, то есть есть определенные критерии, по которым ученые судят. Но споры ведутся до сих пор, официальных данных нет. Смотрите, какая зайка бегает, рыжая! Вот он, 21 век. Прежде чем что-то посмотреть, нужно сначала что-то сфотографировать. Что, мои хорошие, сейчас мы с вами... В принципе, все этапы прошли, да? Был рост, было то место, куда не надо попадать. Скажите, кому было страшно? Всем, по-моему. Особенно чуть-чуть, когда ушли. То есть это символизирует то, что если вы сначала упали, да, то еще дальше падать еще страшнее. С любого ранга абсолютно. Поэтому давайте мы... Штольни прекрасны, да? Но давайте мы их оставим как просто как экскурсию. А в плане нашего бизнеса мы не будем идти вниз, а только вперед, только вверх. И давайте мы за это сейчас и выпьем, да? За наш рост. Ребят, давайте! Ура, ребята, там! Ой, мамочка трясет еще! Ой, мамочки! А что видно? О! О! Вот что значит, да? Опыт. На фоне горы, конечно, будет вообще эпичнее. Давайте все в кружочек станем, а? Чтобы со всеми чёлкнуться, зы. Не говори, не буду. Ну подождите, не стесняйтесь, ребята. Всем хватило? А вдруг потеряется? Да, 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 да. Что значит, кто пьет, а кто не пьет, что? Вон? Нет, ну тут для кадра надо сейчас. Кружочек. Водичку тоже не взяли. Да никто не взял водичку. Ну давай, тост и все пошло. Ну давайте. За успех. Вы все одна большая команда. Видели всех предыдущих наставников, которые еще выше находятся, да? Все адекватные, хорошие люди. И мне кажется, что приятно работать в таком коллективе. Поэтому давайте за всех нас, за всю нашу команду, за наших наставников тоже. Вот. И чтобы мы всегда были вместе и увеличивались в геометрической прогрессии. Ура! А продолжение ждите в Инстаграм. У нас будет еще продолжение. Большая благодарность тем, кто сегодня приехал еще с нами. Настя Некрытова, Аня Завьялова. Кто у нас? Наташа Ботвинина, Анжела Дорофеева, Юль Миронова. Девчонки по фамилии, я уже и Настя, в общем. Вот. Ольга Матвеева. Настя с мужем. То есть
классно, что вы с нами были в команде. Весь этот день прекрасный. Кому понравилось, в чем молчите? Большое благодарность тебе, Оль. Вам лидерам за то, что все организовали, всех собрали. Очень-очень круто. Вообще чаще надо. Можно, да? Тем более столько не виделись. Зимой на каток. Спасибо.